И здесь разделяют струка три. Ага. Ага. И так. Оттуда, воздухом, струку подают вот туда. Вот смотри. Это балкон кургал, да? А, это элеватор, который лифт поднимает вверх. А он там вибростол, а наверху, я смотрю, вибростол стоит. Вибростол стоит, вот. Я что, кирзай тяги? Там остается некоторые фрагменты с луки, и он выбрасывает, и ровно потом воздухом дует. Ну, опять же, это там оттуда остатки с луки выбрасывают. Вижу, вот шелука еще, да? Да, еще. Вот эта шелука едет на еврей стороне и всю туалу гуляет. Остатки шелуки, которые вибрируют, вот воздух. Это еще серовато, серый. Ее брауны, ты байка для гавана. Это, ты видишь, желтовато, а потом... Это уже пропарено. Стоимость 1 килограмма риса. Где-то в районе 50 рублей. 50 рублей, да? Плохой вид, это уже отбор, это уже отбор. Вот руки можно сказать. В этом рисе вот таких гернир тоже были. Там это, мертвый рис, волной рис. Я даже не буду оплатить. А ты меня платил, может быть, выбрасывать. Отбор. На корм, что ли, его, да? Вот, а для этого рыса делает вино. А, на вино идет. Ромтом и так далее. Вот, отходы. Ты пьем. Рису, рис твоя водка, типа. Я понял, а это что он пробил? А здесь рис, да? Если рис, то не лента на такие. Упало лента. А. Это отходы, отходы, барабан, который... Если рис сломанный, есть линии, их отбирает. Да. Если сломанный, то он где-то остается один, а в финальном только идет сломанный с линии. Нарушение. Дорогие, спасибо. Дорогие, спасибо.
Крышка должна открываться. Потому что здесь люди там уже работают. То есть затронешься, там напряжение, база. А вот там склад, да? Склад. Помещение склада, да? Да. Здесь. Это здесь все готово уже. А и там учет уже ведется, да? Или да. Там лаборатория? Нет, это лаборатория, Вот, то есть они здесь перебирают на крупные мелкие, да? Да, ну где фракционку. Да. Ну смотрят, где чего, как там. Здесь 0% брокен, нету. Он вообще чистый, хороший. И весы, все есть. Вот такой вис завод строить не сложно. Государство финансирует. Надо силу. У Рахуна столько денег, я ему говорю, блин, сделай вис завод нахуй. И вот, ну, там.